Мы думаем над тему о том, что мы могли бы сделать дополнительно для того, чтобы поддержать тех, кто реально в поле, что называется, оказывает сопротивление и воюет с террористами, в том числе с ИГИЛ. А таких немного. На территории Сирии это прежде всего сирийская армия и подразделение курдского ополчения, как я уже говорил в своем выступлении. Хочу подчеркнуть, что полагаем, что вот эта работа по борьбе с террором должна идти параллельно с процессами политического характера самой Сирии. Но ни о каких наземных операциях, участие российских воинских подразделений в наземных операциях речи не идет и идти не может.